Так, мы в Пиктиранте. Здесь такой вот родник. Бежит вода. Единственное место, где можно набрать воды. Поедем сейчас на свое место. За грибами, за ягодами. За рыбой. О, 4 баклажки. Компот, фигот, варенье, все по месту. Здесь родник, всегда набираем. А в другом месте не набрать. Колодцев нет, ничего нет, сюда вся Пиктиранта ездит. Местные набирать воду. Вот. Ночь. Да не та дорога, наверное. Сейчас чикай мост сразу. Заваленный. Или что это такое? Что тут случилось такое? Ты посмотри, что творится. Пойдем посмотрим. Мост целый. Сидите, сидите. Сидите. Ну я проеду как мой, сколько воды, смотри. Тут, видать, размывалось сильно. Смотри, тут деревья повалило. Нет, Юр, вроде мост-то ничего. Не, мост нормальный. С Богом. Цепь груженая. На пониженный пойду. Да, сильная стихия здесь была, видать. На легковой-то здесь, наверное, я не знаю как, но, наверное, может даже и попроще. Да. Цепанули прицепом, бля, очень. Серега, я не знаю, как будет проезжать. А может, поюрче, без прицепа. Юрка проехал почти. Медведи, мы ваши соседи. Да, лихо несло-то тут все. Опа, опять. Какой тут нафиг автодом проедет, блядь. Прямая, блядь, сейчас. Приемская. Здрасте. Не ждали? В тайге. Подмосковных вечеров. Коротко лежу, пободрали. Вроде ветки чуть подрубили. Поспокойнее стал заезжать. Не так сильно заросшу. Ну, сделаем ставки. Сломали мою кухню, бунгало, или нет? Ну? Тань, что скажешь? Надо мне вот этот кустарник подрубить, чтобы... О, смотри, какой можжевельник вымахал справа. Поменялось немного ландшафт. Ну ничего, веточки эти подрубятся. Так-то почище стало. Стоит вроде, Тань. Да, я говорю, значит, я выиграл. Все. А что, я тебе должен что-то? Конечно. Даже целлофан болтается. Трехнога стоит для нас. Ёпрасоте, бунгало. Даже целлофан не сорвали. То что, эконом-режим у нас будет? Слушай, этот, как его?
Одну стенку придется сделать. Стол посередине обшить и, ну, пленку заменить местами. Вон, видишь заднюю пленку, квадрат, и шна его заменить. А, на него просто. Крыша целая вроде. Крыша целая. Тут вот там задняя стенка. Нет, и спереди надо сделать эту. Ну, я только поняла, дверьку оставить. Нет, я поняла, сделаем просто. Фу, слава богу. С той стороны надо наклеить эту. Мне надо куда-то. А как я разворачивался, не помнишь? Нет, ты ставил сюда, к этой, вот видишь, к соседу. Не, я разворачивался, а потом прицеп назад сдал. Ты вот так и разворачивался. Я куда-то ты его сдавал. А, вот сюда. Тань, иди убирай. Тань, это надо убирать, потому что я прицеп буду вот сюда сейчас сгонять. Самое большое место. Будет у нас однозначно. Вот нет, мне надо это. Что мне делать? Ты надо убрать это, ну, на костер, да. На костер. Слушай, кухня стоит, ее подделаю я. Молодцы, не сломали, спасибо. Ну, немножко оставили мусора. Слушай, крыша целая, вообще шикарно. На это же место, да? Да, все, в костер наш. Тут что, уже брусника выросла? Бобры? Не бобры. Течение. Кусты надо подрубить, мне будет рыбу ловить. Отлично, кухня стоит, отлично. Бобры будут плавать, с ними весело. Они не боятся хвосты. Я мачету специально взял подрубить. Как я доволен, что стоит моя кухня. Это уже полдела. И самое главное, что крыша целая. Нам только обмотать вот. Посередке. И здесь сделаю я двери. Вот. Слушай, я столб один такой сделаю. Я поняла. А здесь этим серебряным скотчем. Вот это место. Можно не заделывать. Вот дыру-то эту. Да, я цел. А здесь вот это... Обрезать и по пояс обмотать. Класс. Все хорошо. Да, отлично. Вот. И дверь одну оставим, и все. Ну, слава богу. Значит... Так, камень тут не камень. Камень опять... Зачем они вот сюда? Это чизин камень. Чизин. Мы его на место потом уберем. Вон, к соснею. Подожди, да, я это уберу. Вот, уже поставим эти светятся, эти штуки. Ну что ты, волчан, съел, сейчас я еще дам. Стол уже. Раскладушки. А? Я даже зубочистки взял. Ну, мы же цивильные люди. Ты посмотри, и подложки взяла. Чтоб у нас не валяли костыли. Каюр, ты у него украл, что ли, не? Нет. Куда ты делал сумку с вкусняшками? Вот она. Где? Зачем ты убрала их? Не, долго играешь. Вот они, вот они. Волча. Держи. Грызи, не отдавай ему ничего. И не теряй. У тебя есть там? Грызешь, все. Не обманывай. А начинаешь уже, складывает он. Делопут. Иди к своей. Завтра щуку поймаю. Икры поедим. Да? Да, икры поедим. Наловишь, да, как не поесть. Ветер, правда, лодку накачаю, жерлиц, спиннинг покидаю. Как и корки маханем. И ложкой снизу вверх. Снизу вверх. Все, костер перенесли. Штуки мои варил. Все тут. Я рад, что ты, конечно. Теперь я ее доработаю, все гвозди привезены. Я ее пробью, все, мы ее подредактируем. И она еще крепче будет потом.
Стоп, он тот завалился, мне кажется, немножко все-таки. Лёд, да ничего страшного. Наклонился, видишь, он вовнутрь. Да, вижу. Можешь ее толкнуть? Да, не сейчас. Нет, сейчас я ничего толкать не буду. Это естественно. Да, все проверили, походили. Вот был интерес. Жива ли моя постройка? Жива. А кто-то сидел, вот газ там что-то делали, да? Что они там, пиво пили? Балтику. И банку тушенки. И по ней даже стреляли они. Из чего-то, правда, такого легкого. Дырки небольшие. А я за все пробью. Все сделаю. И все. Поперечина дополнительно. Все-таки поперечина надо... Мне кажется, надо вниз. Вверх, сверху вниз пустить по одной. Как думаешь? И будет квадратики? Да? Боковины, боковины. Да, это еще лучше будет. Не будет, я тебе говорю, телепаться так не будет. Да, 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 и это. И прям будут квадратики рваться. Она и выдержала зиму, представляешь? Толст. Но я взял толще пленку, это тоньше. А. Да, естественно. Интересный вопрос, надо думать. Где-то из этих, из ящиков лежит, пластиковых. Ладно, не ищи. Такая белая с черным кольцом, которая была в том году. А. На стене ближе или лезть? Не-не, не надо лезть, она вот в этом черной этой. Подожди, а что-то мне надо было там еще взять. Вот, сумки вот. Так, ладно, раскладушки я поставил. Матрасы положим. Матрас? Надо это, матрасы, да. Просто не угу. Застелить. На. Ну, взяла пока деревянный. Ну а что, она всегда в костре сгорит. Ты что, буковая? Это же бук. Да, костру пофигу. Так, ну что, небрежно. Нарежем нарезочку. У меня даже для тебя блинчик с мясом есть. Ну, что-то мне не очень хочется. Мне хочется нарезать. Небрежно откусанный огурец на столе. А, вот, а где они? Огурцы в машине. Угу. Да не, я просто шучу. Ты что, сейчас будешь рулет? Да, я хочу отрезать, чтобы положить на закусь. А, ты за ягоды сейчас не пойдешь за компота? Нет, я думаю, что... Бля, у нас же брусник вся попряталась. Нога-то нам все завакумировала. Да? Да. Ну, видишь? Сейчас мы это все испробуем. Вакуум сделал. Пожалуйста. Mm-hmm. Да мы, у нас тоже такая с собой машинка есть. Мы все будем вакуумировать. Что-то плохо она там болталась. Что болталась-то? Она морозилка еще надо. Ох, мой любимый нож. Да. Ух, плотный. Это из чего? Из ноги? А, я нога сделала, а из чего? Как колбаса, слушай. Да ты понюхай. Чего нюхать? На нее надо хапать. Ну хапай. Не, вкусно, да. Ветчиной пахнет. Слушай, да, пополам, если разрежу, нормально? Нормально. Да еще, конечно. Угу. В чавль никто не залезет. Вот такая. А что ты на раскладушке сидишь? Или будем правда на раскладушке? Не, неудобно. Не, на ножке. Я уже это, ноги нарезала. Там острая алюминька. Угу. Углы я имею в виду. Угу. Ну а что ты стул надо принести, а раскладушки к стенкам просто. А куда ты их делал-то? А, вот.
Вот так вот мы и приехали. Ну, сейчас по 50 грамм или по 100, да, Каю, за приезд с дальней дороги для сна. Ох, женщины будут мне сниться, наверное. О, да. Какие нехорошие мамы. Пойдут они щи хлебать с мудями. Ну, я, как всегда, да. Хам, пошляк, гад. И так далее. Да, Каюр? А что ты уже жалом водишь? Сейчас с этой стороны зайди, смотри, смотри. Смотри, не? А, не. Чего? Тут колбаса. Ты представляешь, нога послала. Рулет. Для тебя лично. Это мы у тебя просто воруем. Да, да. О, картошечка походная. Там две котлетки оставалось или сколько-то. Вот здесь. Картошка своя, с огорода. Угу. Сейчас все сделаем красиво. Еще укропчика. Зелени. Сейчас застелим. Постельное. Угу. Ух. На свежем воздухе. Серега бы не въехал в палатку. Запросто. Что, Каюр? Вы уже жалом заводили, все, побежал. Да, занюхал тут. Мясо. Шнобелем своим. Мясо. Смотри, ушами. Да, да. Хвост приопустил, но виляет вовсю. Юрка, придется дать что-то. Ну, дай ему что-нибудь. Он. Оторви чуть-чуть. Да я волчан-то тоже отнесу. На, по половинке вот на. Держи. Дай ему. Иди. Ты уже накопал тут? На. Молодец. Молодец. Ты, боюсь, уйдешь куда-нибудь. Тут, ну и нафиг, ночь, темно. Завтра будем разбор полетов. Будет. А, что я хотел до ящиков добраться? Пойду я свет поищу с этот солнечной батареи. Огурцы тут нам два, хватит. Я не буду, я не собирался огурцы искать. Пойду свет поищу, чтобы был здесь. Давай. Так, ночь, темно. Опа. Хоу. Каюрджи. Че, закрываемся, да? Угу. Смотри, как у меня тут. Здорово. Так, че, матрасы? Матрасы этот, я сюда два принес. Ну, сейчас в прицеп все покидать, что там ничего. Но он то будет, то не будет. Это не такая уж и осень. Осень. Черная осень. Так, а тут печка. Ну да, он не будет так. Сейчас вроде не обещали ничего. Че, со стульев же будем кушать? Ну, сидеть. Да, сначала давай матрасы заселим, чтобы мы пока не пьяны. Кто пьяный-то? Ой, от рюмки прям что ты. Так, не, не, ой, нет, надо, где это? Какие? Туда, иди, машину. Сейчас попробую, я там помню. Карельская, как она там, ну... Карельская, короче. Бальзам. Попробовать ты хочешь. Ну ладно. Вот так вот. Кто не курит, тот не пьет. Кто не пьет, тот здоровеньким помрет. Ты что, еще ему дала что-то? Нет, я ничего не давала. А что он грызет? И тот что-то грызет. Да что такой свет? Тут ярко, тут хорошо сидеть-то. А может одной лампы хватит? Надо одной. Ну-ка, ну цвет. Слушай, ну а... С ведра, ведро, да, целое? Да. Ты будешь теперь вот ходить вот постоянно, да? Начался. А карельского бальзама целое ведро. Вот грызет. Хотел у волчана отнять. Да, отжимает так его. Я слышал онлайн, да. Да, да, он говорит ему. Не подходи, моё. Ох, ну все. Это завтра. Завтра щука будет, да? Да. Подожди, нет, давай красивое сделаем. Чего? Да ладно. Нам надо, он лишний. Качается, правда? Лишний.
Так, один вход закрываем, так, собакам еще. Еще. Молча. А, у тебя есть. Вон еще. Целый склад у тебя тут. Тайм, выключи налобный фонарик. Ну, на нем кнопки. А ты что, куда-то пошла? Оп. 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 Давай, оп. Оп. Понравилось. Ай-най-най-най. Хоп! Най-най-най! Хоп-хоп! Хоп! Най-най! Не-не! Хоп! Хоп! Пой-лоп! Полбу! Да. Юр, ну я, у меня все вроде как. Сейчас водички не бью. Ну, надо... Да. Ну все. Будем мы трапезничать с дороги. Продолжение следует. Наверное. Какие кружки? Как в детском саду. Нет, это СССРовские. Самые настоящие, Юр. Ну все, я говорю, в детском саду видишь, такие надо. Я тебе их оставлю, потому что у тебя никогда ничего нет толком. Вот нет. Ты вот поехал на этот, как его, куда? Открытие охоты. Ну. Я смеялась, ей-богу. Мужики железные эти миски подают. Месочку желтенькую. Ну а как? А я тебе оставлю. Набор взял и все, что. Юр, я тебе оставлю. Но я не буду это таскать все равно. Вот. Ну, в общем, короче, это. Я налила. Мы походно приехали, все. И все. У нас все в чемоданчике. Че, вон вытраться или куда? Да, да, да. Че будет дуть-то? Как это сделать, ну? Молния сверху вниз. Сначала вот эту, да? Вот эту. Достаточно будет и одной. Какая жесткая. Сколько мы палатку ставили? Полминуты? Да. Ну у него там, у них у обоих по две. А Юр? Что, прикольно, да, Карис? Мне понравился, Юр. Будешь покупать с собой? Да, две штуки беру. Не пожалею. Но я в том году приезжали, я глянул, он 1500 у них стоил. Да. Я вообще удивился, когда с Виталиком мы Соболи искали. Угу. Мы его покупал, я домой тоже одну бутылку покупал. Угу. Потому что у нас такого не купишь. Нет. Я, Юр, я хожу, иногда смотрю, что есть. Новинки. Хотя вы к Карелии ближе. Нету у нас такого. Тайга у вас тоже, а? А в тот год, когда приехали, мы в магните смотрели, когда покупали-то продукты-то. Да. 1500, как глянул, вы что, обалдели? Слушай, три бутылки можно сейчас купить на 1500. Ну, я удивился, я думаю, что дорогой, подскажу, дорогой. Возьмем к столу там, да? И я не стал говорить, потому что дорого. Завтра... Рассветет, ну там днем, когда я читал, когда это с Виталиком Соболи искали. Посмотрю. Мы его пробовали, тоже мне понравился. Очень. Прям вот чувствуется такой вот. Я всегда иногда вот. Даже лучше, чем какой ты берешь. А, Шуйский. Шуйский? Угу. Шуйский. А, Шуи есть такой Шуй, город, да? Да, Шуя, да. Под этим, как я. Ну, Ивановская область. Да, да. Шуй. Ну, тот очень. Шуя. Да. Очень хороший. Я не спорю, все там. Чего только нет, даже бобровая струя. А наш Вологодский ни с чем не годится некуда. Горький. Как будто вот, ну, сахар пережженный. Вот нормальный. Шуйский нормальный. Самое главное, изжоги нет от него. Да?
Ну, что? Не, я не знаю, у меня редко бывают что-то такие, да, капризы. Нет, а я склонна к этому, потому что у меня кислотность повышена к этому. Ну, давай еще налим. По 50? Ну что, может, по 100? Как ты говоришь, рюмки москвички? Москва. А она говорит, под коктейль Б-52. Ну, я тебе говорю, вот когда... Вот так кто-то... смотришь, как будто этот... Это понятно, но как я... Просверлено. Я смотрела специально коробку. Знаешь, как сейчас эти будут в Ютубе? Алкаши! Какие алкаши? У нас отпуск. Что, мы не имеем права? Все люди не без греха, правильно? А что, это грех? Нет, я говорю, они считают, что... Нет, если ты рюмку выпил, ты уже все. Как все? Оконченное. Или конченый. Да, весело живут. Нет у них жизни. Нету. Да, Каюр? Каюр и то рюмку пропускает. И порадоваться-то им нечем. Нечем, а у нас есть. А у нас есть чем. Вот у нас, смотри, вот счастье где. Габарджоба. Он, да. Ну, Каюр и то пьет. Да. Воду. Да. С Шнобелем, видишь, проверяет. С Шнобелем он проверяет, вот. Котлетки он... Нет, не котлетки. Видишь, подсовывает. Давай, говорит, рукой в воде. Давай уже к столу руку. Да, да, да. Поддевает. Там не только котлетки, там мяско, рулей этих там. О, видишь, не к тебе, так ко мне. А сейчас. Но он не знает, с какого. Он хочет посередине хотел съесть. Ну иди, вот иди. Иди сюда, сюда иди. Иди, Каюр, иди. Иди. Ой, ты-то так везде с нами. Оп. Иди со мной. И с тобой, да. Молодец, молодец. Ну все, давай, только не будем мы это, лишних движений делать. Ты куда залез-то? Я-то не хозяин. Вот хозяин, иди к нему. Он знает. Чего? Да. Говорит, давай. Погладить тебя, да. Ты компаньон. Компаньон. Не, колбаски. Да, ой, не колбаски, к рулетику. Тянет. Не, Каюр, нельзя. Смотри, от спиртного он даже не отшарохался, не, да? Не, а потому что он пахнет приятно, травами. Я специально глоточек сделала. Я всегда, когда что-то новое, я всегда глоточек сделаю. И чувствую что-то приятное очень. Значит, все, можно попробовать. Да. Другам. Братан. А еще и слушай, лизнул свою лапку. А че не мою коленку? Да. Иди, хозяин, иди там. Так что мы будем это. Завтра встанем, рассветет, лодку накачает, лодка. Куда ты? Каюр, ты чего? Нет, ты давай, будем. Ты тобой. Ты тобой, че тобой? Ты тобой. Да. Ох, гармошку бы сейчас, да? Ой, Юрка, они взяли это зря. Блин, а что мы не... Да к небу не донести было, вот что. Да, у тебя руки... У тебя перегруз был. Я и так-то... С баклажками. Сумку даже порвала, вот как перо. Каюр, не урони там ничего, он тянет. Нельзя. Нельзя. Фу. Вас отучает от этого, ты лезешь, нельзя. Наглеет уже. Меня ругать будут за это, нельзя. Я не хочу, чтобы меня ругали. Со стола не разрешаю брать. Нельзя, Каюр. Нельзя. Наглей, гряда уже была. Да, ты помнишь, как маленький он был, когда ты его наказал сильно, выставил из дома? Полдня к нему не подходил, помнишь, да? А я не помню уже. А я-то тебе рассказываю. А ну, рассказывай. Ну вот он. И что, потом он замерз? Он через кресло, на стол, ты его как это, туда-сюда. Сейчас все, нет. Все, и он целый день практически просидел. И говорит, пойду посмотрю, что там. Все нормально. Со стола ничего, нет, да. Нет, и он с того раза, видишь, он все понял, и все. Да, он только просит, видишь, лапу да, дает. Нет, давай я, уже, что нет, ты. Нет, я к тому, что... Ты бери. Нет. Или отвернитесь. Нет, ты послушай. Я к тому, что ты правильно делаешь, поступаешь в тех случаях, когда не то, что наказываешь, а просто ему доступным языком это объясняешь, правильно? Ты же не бьешь его. Нет, договариваюсь с ним. Договариваешься с ним, правильно? Вот. Вот самые, так вот с собаками и надо. Ну да. С животными. С ними. А так, когда ты бьешь и все, они только боятся тебя, и все. Ну, конечно. Так нет. Не, лайку трогать вообще нельзя. Конечно. У меня волчен вообще он распущенный. Распущенный. Баран чуть шашлыки не сделали, блядь. У всех передушу, падла. Только кого я имел в виду, баранов или. Стой, падла. Я вас всех передушу. Да. Может, я про баранов имел в виду? Я вас всех передушу. Что? А он хоркал. Ну, потому что он не... А, ты такой встал. Что? Ну, ты любишь это слово. Да. Что? Еще это, шея так выговаривает. Ага. Что? Что?
Что не так? Да. Ну ладно. Ну давай. Давай. Все, всем здоровья, хорошего настроения. Мы в тайге. Ой. Сейчас покатится душа в рай, а ноги в милицию. Нет, тут милиции. Тут нет, мы сами по себе. Ты медведь-то будешь своего ловить-то? Конечно. Да? Нынче, да, обязательно за ягодами пойду. А еще раз посмотрю. Ну, хоть ты его сфотографируй. Ну, вот, ты-то привыкший человек сразу, раз и камеру, а я-то нет. Я сразу, да, смерть или жизнь, без равно, ну, последний кадр мой. Ой, я не могу. Серега, пойдем, Юра, пойдем, медведь идет по берегу. Ага. Я говорю, и чего ты на него смотришь? Ну, давай хоть его ага. поснимаем, там, говорю, ружье хоть бы взял. Ага. Что ты удочку-то бросил, ко мне-то прибежал, я тебя не спрячу. А потому что ты снимаешь. Он удочки все побросал, да? Все, да, ко мне, Юра, Юра. Ой, а старше меня, блин. Вот, Юрка, видишь, а у тебя... А что я? А у тебя как... Бля, а у тебя подруга какая ебнутая. У меня подруга ёпрасоте. С ней лучше, блядь, ласково. И побольше смазки. Тихо. Не рассказывай всем. Иначе она может давать. Да, снизу вверх. Да, Юр? Смотря кто сверху, а кто снизу. Юр, снизу вверх и провернуть. Вот кто поймет юмор, да? Охотничий. Да, и провернуть, Юр, как масло. Да, как в сухую землю. Я посмотрел, потом тебе сказал. Да, потом да. Я тебе ролики скинул да, по этой палатке. Я смотрела несколько раз. Да, и я смотрел, как, чего. Да, мы еще смотрели, пол был пристегнут. Да, ты еще говорил, вот пол пристегнутый. Потом не начали... постирать ничего. Да, потом стали люди писать эти вот отзывы. Вот. Да, и они там на видео говорили, хорошо бы было бы... Хорошо бы, да, если бы пол отстегивался. Да, а не убирался там в карман, в бок. Да, верно. И вот, видимо, прислушиваются, да, не делают, да. Делают... Но шили ее с 23 февраля... Долго, да. По 16-17 июня. Но, как говорится... Там алюминий не тот пришел. Да, во-первых, это палатка на заказ, правильно, можно сказать? Да, но деньги вперед. Ну, деньги вперед, но... По крайней мере, они... Либо вперед ногами. Нет, по крайней мере, они сделали это хорошо. Я считаю, это нормально. Ну да. Нормально. Теперь, как говорится, если ехать, уже есть с чем. Органайзеры, и... да, да, как бы очень. Здесь. Это, конечно, это большой плюс. Это не надо тебе где-то лазать, и вот и крючочки вот эти все. Я сначала посмотрел, потом пробивал почту. Сначала Алтай Камп 1, 2, да, вот да, третий да. вышел. Потом ты сейчас... видишь... Потом говоришь, давай посмотрим, вот посмотри, вот третий, я посмотрела, он, блин, мне еще больше понравился. Да, думаю, ну что, Юр, давай будем заказывать этот. Ага, говорит, ну ладно, давай. Как у нас там, что, я говорю, все, вот в порядке. Ну вот, мы что, мы 30 секунд. Да. Тык, она встала. То есть ее растянуть... Это большой плюс, кстати. Когда вот палатка быстро встает. Мы с Володей приехали, да, целку ей там сломали на охоте. А, да, ну, как бы, вскрыли ящик, да. И это все, дождик идет, чик встал, уже все сухо, все. Ты в раскладушке. Да, тут обалдеешь от такой, блин, этого домика. Он там вообще в шоке был, он там руками разводил. Да я видела по глазам даже, он такой стоит. Он снимал жене полночи ролики, и в какой я палатке сейчас. Не то, что мы с тобой палки какие-то друг друга тыкаем, там это, собираем. Натягиваем, они лопают, да, все на изоленте. Смотри, полноценно, а это дом. Ну, они и так его называют, полноценный дом. Еще с этим, с печкой, тут вообще... Печка, тепло, сейчас в сентябре морозики дадут. Угу. Это понимаешь, не в прицепе. А ее тамбур, если я хочу обзор ей сделать, как она выглядит с тамбуром да. и с печкой. И дымок, чтобы шел, знаешь, прям да, так да. красиво. И фотки, по зеркалку я взял. Ой, ну это вообще плюсом идет даже тебе. Так, у меня на планшете, на флешке, сколько, дофига фильмов, сколько я сказал фильмов я накачал? 24. И плюс короткометражки. И снизу вверх тоже есть. Во-первых, еще и фильмы большие есть у тебя там закачаны. Сериалы, да. Это много очень там, так еще и осталось даже места. Ну, осталось 5 гигабайт из 30. Да, и короткометражки. Нога спросила, как Юра там накачал? Я говорю, накачал. Накачал. Я говорю, справился, все. Так что фильмы, да, на планшете. Нет, ну мы
к этой поездке готовились почти год. Год. Правильно? Как только приехали, пошла подготовка, да, на следующий год. Сначала про палатку, потом все остальное. Да, вот это. Теперь это, электричество. Да, не-не-не, это электростанция солнечная. Да, Юр, нет, это я все. Не, просто я говорю. Для... И вообще я считаю, что это. Ну вот, вот такие вот будут смерчи, вот как у них прошли, да, вот да. Автодом не пройдет. Нет. Чего? Это вот там. А, так у нас они же под дождем. Да, я буду убирать. Пойду убирать их. Давай, давай. Все. Фонарик. Все, он зарядил дождик. Фонарик уже пошел. Ложись, ложись, волчан. Все, хулиган пришел. Энергоджайзер. Чего ты говоришь, представь? Сейчас бы, допустим, мы с тобой, вот дождь пошел, что бы мы с тобой делали? Забрались бы в этот, да? В машине пересидели. В машине бы сидели, а так мы вот в комфорте. О, Юр, волчан, не ходи ты никуда, любопытный. Волчан, волчан. Ну что ты? Завтра ты будешь за мной плавать на лодке? Ты меня не бросишь? Куда? Нельзя. Это еще не отученный. Да? Ну, он один раз, люля, без спрос, когда домой только зашел, получал. А, да, я помню, на кровать. Летел, как Юрий Гагарин в первую ночь. Да, да. А, ты только тогда выстирал, все. Да, и он без спроса зашел. Да, да, да. Нельзя. Ложись. Друг перед другом они. Волчан. Все, ложись. Волчан. Ложись. Все, успокойся. Не ходи никуда. Все, будем отдыхать. Да, суетная, суетная. Ну, наверное, будет. Пусть с нами в палатке будут. Конечно, конечно, конечно. Суетная. Медведи, волки вместе с палаткой выйдут они. Ну, с-под низа будут рваться, вырваться из-под под низом. Юр, ну, давай машину тогда их. Да не, 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 пусть они это... Со стола просто уберем все. Ну, мы в контейнер, вот контейнер берем. Да, да, да. Куда? Нельзя. Ты знаешь. Молодцы, это будет последнее, что ты сделаешь в этот вечер. Опять пошел. Мне не, ну, нравится, пусть. Ну, он суетной. Нет, я к тому, что не убежала. Да бог с ним. Никуда он не денется. Съедят, значит, так надо. Волкам тоже кушать надо. Только не моих. Волчан. Волча. Пошел в эту, бунгалу проверять, все нюхать надо. А, пьет воду с ведра. Пускай, пускай. А, точно, аж мы ж не налили ничего. Дать, да, они же сухих сейчас. Дали, дали, а пить. Ну, во, во, есть, 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 все, все.